Здорово, Славтяй. Здорово. Как сегодня погодка? Погодка вечная. Ну, прохладно, но вообще. Ты смотри, да? Парится солнце. Красота день, кругом, день, да, чудес. Какая? День. Вчера был дождь, блин, а сегодня как снега понавалило. Красиво. Вообще красота. Здорово, пацаны. Мы со Славиком пришли елочку себе найти. Пойдем, вон, смотри, мелкие там. Да, найдем сейчас елочку. Там какие-то есть, короче, елочки, которые, ему говорят, можно пилить. Мы тут у лесника тут спрашивали, они говорят, можно, что это, самосев, короче, самосев можно шуровать. Сейчас какую-нибудь найдем и себе заберем. Нам надо идти вон туда, вон туда, вон туда, лишь бы только не упасть. В прошлом году я здесь как завалился, блин. Там дальше, посмотри, он там вещь. Да там вещь, конечно. Там вещь. Мы идем туда. Та-та-та-та-та-та-там. Да, пацаны, кто там все время спрашивает про Витю Агыгу? Я могу сказать, что Витя Агыга сейчас работает на почте, он очень важный. И типа... Начальник отделения главпочтампа. И теперь он, короче, в роликах сниматься не хочет, дабы себе не портить репутацию. На самом деле там политика компании... Зазнался, да. Типа, короче, всех поздравляет с Новым годом, но, говорит, сниматься, говорит, больше я в роликах не буду. Да, где я, где сниматься. О, елочки всякие растут. Ох, их сколько тут. Тут были, помнишь, сосновые бошки. Да, сосновые. Сосновые бошки, прям позырим. Сосновые бошки. Бля, красота вообще нереальная. Вообще прикольно. Да вот любую можно брать, вон и глянь тут сколько. Да маленькую какую. Ну да. Как-то так. Да, Слав. Облезли. Ты помнишь, как в детстве с горочки на саночках? Вот здесь, вот здесь, прикольно. Да, вот здесь вот тоже, да. Что-то лыжни никакой нет, что не катается. Ну, а, ну сегодня только замочил. Первый день только сегодня такая. Новый год, наверное, клево будет. Лучше, чем, снег лучше, чем дождь. Намного. Лучше, конечно. Да. Короче, пацаны, с наступающим всех Новым годом. Всем бодрого настроения. И порядка там в семьях. Короче, чтоб у вас подготовка к Новому году прошла успешно, плодотворно. Да, ну вот, пацаны, заходим в волшебный заснеженный лес. Вообще круть. Блин, это стоит видеть. Такое редко бывает. Когда после оттепели снег наваливает на деревья и прилипает, и красотища становится кругом. Вообще класс. Вон Славик идет, елку несет. Будет джингл беллс. Как ты, Слав, думаешь, не растает снег? Да вроде сейчас на мороз, видишь, солнце. На мороз, да. Да, морозец слегка покусывает. Думаю, так написано минус один, но по ощущению все минус шесть или семь. Типа того. Как бы не больше, да. Это в Хохляндии, там, наверное, тепло у них. А у нас здесь викинги! Викинги! Ливенскарловские викинги! На викинг трэш. Приходи на викинг трэш. Водку наливай и ешь.